Шановні друзі, я запрошую усіх, хто зараз присутній на Хрещатику тут під КМДА, на нашу поетичну акцію. Поети разом з людьми на Майдані, поети сьогодні читають свої вірші. Ми будемо розпочинати акцію з поетки Анні Мольгон, і вона прочитає нам свої вірші трошки і розкаже про себе. Добрий день, мене звати Анна Мольгон, я авторка кількох книжок поезій, зокрема «Переливання крові», «Цієї покинутим кораблям» і нова книжка вийшла, зараз весь тираж в КМДА, називається «Первісний дощ». Також у мене є роман «Навчи її робити це», але сьогодні я хочу представити вам кілька своїх віршів людям, які тут ходять, щоб їм було тепліше. І хочу розпочати своє читання з вірша, який називається «Доню, це наша земля». Доню, це наша земля, чую щоразу крізь сон. Янголе мій, забери мене, розбуди. Мені хочеться висоти, щоб усмоктати зіницями і не згубити всю оту землю, дику і мовчазну. І з синцями та саднами на потертій мапі, і з її кордонами, і всіма больовими точками, твердістю доріг і м'якістю піднебесся, де мільйони стрімких лелек проростають ключами з відкритих ран. Мені хочеться висоти, щоб рухливі мости, заплутані залізниці, ненажерливі кладовища, пихаті дими, зупинились, опам'ятавшись. Але небо моє закреслили шрами, висота переповнена голими королями, а внизу жебраки відпрацьовують право на кисень. Тільки хтось, чи то ніжно, чи то застережливо, гладить мене пір'їнкою по щоці. Доню, це наша земля. Доню, це наша земля. Бачите, ще хтось слухає. Це дуже класно. Наступний вірш називається «Фугу». Прижилися, згорнувши хребти, на розривно чужі. Нам хотілося льоду і плакати вперше, а вдруге – не хоронять нікого. А що це блищить на нозі? На ножі, пардон. Це не зародок моря, це серце убитої фугу. Виривай обережно, як око зі сну, виривай. Не від світу цього, не від кухні, воно самородок. Так, блаженно стискаються тільки ворота у рай. Вибирати не варто, бо вибір і сам тебе зробить. Фугу в синіх одежах бреде вітражами до хмар. Її тупіт важкий, її подих незмінно у спину. На високому березі вже зачекався човняр, язиком витираючи крапельки адреналіну. Фугу міряє танцями вічно солону пітьму, відпускаючи мантри у тихі глибини наосліп. Хто нутром доторкнутись до неї посміє, тому будуть довго світити її порцелянові кості, і ти міцно заснеш у собі. За останні часи, заплативши покорою, першу любов жовтоперу понесеш у долонях, як Бога, і тетрадоксин замуркоче по тілу, чистіший за душу паперу. Тут, на білих диванах, посіяно палеоліт, бо немає нам руху, як ліків немає від зради. Під чужими світилами б'єшся, мов фугу, об лід. А яка мені радість, скажи, ну яка мені радість? А, ще такого не було, щоб Дід Мороз мене слухав. Усяких було слухачів, але такого ще не було. Ну, спасибі. Ну і на завершення прочитаю вірш, пов'язаний з минулорічною весною і її снігом. Це не сніг, це прощальний етюд сатани. Це каліцтво зачатої з п'яну весни безпритульними дітьми. Це зупинка чи край? Почекай, осягни, пуповиною музику з себе тягни, з телефону чи білої глибини за скляними ворітьми. Але світло ще є, то спасибі й на цім. Це не ми на віжені зливаємось в нім, і не в наших тертях відбувається дим. Не пече і не гріє, це летять колісниці з північних боліт. В колісницях мерці і у кожнім болить невідома любов, невисокий політ, навісна ностальгія.
Це вони повертаються в милі краї, де лишили серця і обличчя свої. І вже скоро нещадна трава із руїн розпускатиме пальці. Їхні душі давно не шукають тепла, і крізь ями очниць витікає смола, а над містом завмерлим колюча імла наростає, мов кальцій. Це для них у гілках зачинається туш, тільки світять надії із плетених душ, наче лезо із руж, як монетки з калюш, сиротинський відсоток. Нас так само нема там за 300 вперед. Нас так само тягнутиме пам'ять і мед незворотно туди, де зжере очерет саркофаги висоток. Феромонові мавпочки в хутрі тремтять, проклинаючи віхолу, згадують мать або ще якусь жінку. А під вечір, уже стихомиривши хіть, колісниці вертають у темну блакить за фіранками тіні. У вікні безкінечністю жмені і помноживши попіл на попіл, відпустимо кому, так не буде нікому. Я скоротила трошки цей вірш, тому що замерзнуть, але дякую за увагу. Спасибі. З вами була Анна Малігон. А зараз ми надамо слово ще одному маленькому слухачу, який точно знає, що прочитати. Мене звати Богдан Малигон. І я вам хочу розказати вірш про... Я вам хочу розказати заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милій. Хай лани широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно, було чутно, як криве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Слава Україні! Дякую за увагу. До побачення. Дякую. У нас ще є бажаючі просто приєднатись до нас. Володимир Лимаренко, Донецька область, партія «Свобода». День незалежності настав. Сьогодні стала вільна Україна, і весь народ виходить на Майдан, щоб привітати рідну батьківщину. Ми здобули, ми волю здобули, як заповів. Коли стара Шевченко кайдани скинули, порвали ланцюги, і знову стала вільна наша ненька. З неї знущались, рвали вороги, на західну та східну поділили, та вже загоїлися рани і всі ми. Один народ, одна сім'я єдина. Знов сонце сяє, і сади цвітуть, і нашу землю, могутню і єдину, батьки дітям нехай віка передають квітучу вільну, незалежну Україну. Ви нашу землю бережіть, сини, хай вас ніщо не зможе роз'єднати, бо Україна в нас тільки одна, одна на всіх, одна, єдина мати. Дякую. На покров Святої Богородиці народні воїни УПА дали присягу віри, честі, совісті з України гнать більшовика, гнати краснопузих вурдалаків, союзників фашистів, комуняк,
захищати неньку Україну від червоних нелюдей, собак. Зробили все, вони тримали слово, та дещо трохи залишили нам. Разом народ і партія «Свобода», ми з України викинемо хлам. Дякую, друзі. І я з Донецької області, я хочу прочитати вірша пам'яті погибших шахтерів посвящається. Спит малышка сладким, крепким сном. Лунный зайчик на щеке играет. К ней опять отец во сне пришел. На руки берет и обнимает. Папа, милый папа, ты живой. Отчего же все мне говорили? Глубоко, глубоко под землей стала лава для тебя могилой. Ну что ты, дочка, видишь, я живой. И что бы там тебе не говорили, как ты можешь верить им, позволь, если ты меня не хоронила. И пока цветов букетик свой ты не положишь на мою могилу, я буду для тебя еще живой. Ведь ты же, дочь, меня не хоронила. А где-то тихо серебрил рассвет, куда-то сновидение уплывало, и катилась детская слеза, и капала из глаз на одеяло. Дякую, друзья, уже тех. Отвернулись люди от Бога, оправдали свои грехи, их глаза ослепила злоба, когда Христа на распятие вели, насмехаясь над ними злословя: Божий Сын, ты себя спаси. И Пилату кричали сурово: он виновен, его распни. А Пилат разводил руками, говорил, что не видит вины, но толпа кричала упрямо: он виновен, его распни. И Пилат умыл свои руки, и взревела тогда толпа, и Христа на страдания и муки, торжествуя, к Голгофе вела. А он шел, Отца прославляя, устремив к нему в небо взгляд, и просил лишь: прости их, Господи, да не ведают, что творят. В который раз я понять пытаюсь, если б жил я тогда, в те дни, неужели и я кричал бы: он виновен, его распни. Дякую, дякую. Всі розійшли, мікрофон у мене. Будь ласка, будь ласка. Так, зараз. Ну, дуже багато красун, дівчат на Майдані. Дякуємо їм за це все. І я би хотів нагадати їм перше кохання. Дівчонка плакала, а сльози дощ смивав. Ушла одна, средь ночи в непогоду, ей лунный свет дорогу освещал, а ветер нежно обнимал, как для трогу. Зачем обиду бросили в лицо, словно котенка приручил и бросил. Холодный дождь всю ночь стучит в стекло, опали листья, наступила осень. Девчонке холодно, и свитер весь промок, придет по городу, ступая в лужи. Но почему же мир-то так жесток? Любимый человек вдруг стал не нужен, и ей никто не сможет объяснить, пока сама все не поймет невольно, самая прекрасная любовь, и от нее порой бывает больно. И пусть обида с горечью уйдет, цветок любви в душе уже помятый, он больше никогда не расцветет, как в первый раз в восьмом или девятом. Дякую, друзья. Наступна поетка зараз просто трошки заблукала там серед наметів на Майдані. Вона зараз підійде, і ми продовжимо нашу акцію поетичних читань. О 4-й годині, о 4:20 десь, буде показ фільму «Загадка Норильського повстання». Тут на цьому екрані, після поетів.
спимо. Вставай, рідненько, москаль вже годину не спить. Колись часи люди гастували, і зраненько в полі йшли, пізненько лігали. Рік за роком пролітав, на дворі вкупили, аж зі сходу у куфайках брати підвалили. У червоних сорочках з червоним прапором підвалили в тілогрейках маленьким трактором. Ми вам буто той трактор, дома поломив усіх, ви той Ленін ще малим, де пуху давив усіх. Раз по дряві москалі, і москалі розвалили СССР взагалі, їй додому, і так все жите, і дайте нам спокій. Доброго дня. Доброго дня, кияни, українці, патріоти. Зараз під нашою мерією, під Київською міською адміністрацією буде проходити поетичний марафон на підтримку наших патріотичних рухів. Ну і всі інші тут теж будуть проходити, але ми якби все одно будемо проводити поетичні читання, тому що найбільше, що дає людям підтримку в такі важкі дні, це слово. Правильне слово в правильному місці сказане так, як годиться. Воно дає силу, воно дає наснагу, воно дає можливість бути впевненим, можливість бути сильним. І тому з цієї сцени сьогодні будуть українські поети читати свої вірші для всіх, хто приїхав підтримати Майдан, для всіх, щоб виразити свою позицію, щоб говорити про свої почуття, про свої переконання. І зараз до мікрофону буквально за кілька хвилин вийде всесвітньо відома українська поетеса. Вона зараз стоїть і соромиться, тому що вона ще не звикла до того, що вона всесвітньо відома. Але вона нещодавно приїхала з міжнародного конкурсу, там взяла перший приз поетичний. І вона прекрасна. Так що підходьте для того, щоб почути поетесу, яка представляє Україну на міжнародному рівні, так само як Руслана представляє Україну як музикант. Зараз, буквально за кілька хвилин, буде читати свої прекрасні вірші Олеся Мудрак, поет і науковець, який називають кандидат еротичних наук, але насправді вона просто мовознавець, але вона знає українську мову так, як її не знає, я вірю, ніхто. Я прошу всіх підходити, а зараз, поки ми чекаємо на Олесю, я прочитаю теж віршів, тому що я, очевидно, сьогодні ведуча цього марафону. Мене звати Оксана Самара, літературна студія «Свіча до слова», Київ. І отже, ми продовжуємо наш поетичний марафон. Всі повинні бути сильними, тому що Майдан – це місце сили. І це внутрішня справа сталі. Гнутись, ламатись чи плавитись. Коли вона держить удар, ніхто не питає, чому. Коли ж їй бракує міцності, вона на межі витривалості держить. Стогне і держить. Залиште її саму. І хай найлютіший ворог їй зломить хребет із милості. Бо лиш такий зрозуміє, бо лиш такий спом'яне. Це внутрішня справа сильних. Виродитись чи вирости
їхнє священне право вибрати щось одне. І наступний вірш я дуже прошу не сприймати як заклик до насильства і повалення ладу, тому що, ви пам'ятаєте, як писала Леся Українка, «Слово моя – ти єдина зброя», тому єдиною зброєю поетів традиційно є слово. Морок у двері шкребе, світоч останній загас. Як оборониш себе? Ворог відлічує час. Скоро упаде стіна. Що ти схорониш, коли? Мури твої з порохна, брами твої прогнили. Вітер на розхрест прорве те, що дорожче найбільш, те, що горить, бо живе. Віру, якою стоїш, виверне дном до гори, вергне під ноги, лови. Чуєш? Ворожі вітри здерли твої корогви, згризли нажахану плоть, стружку із кістки зняли. Зброю візьми і виходь, більше не буде коли. Світоч од вітру загас, морок відлічує дні, ворог роз'єднує нас, ворог в тобі і мені. Ще раз хочу сказати, що найгірший ворог людини, напевно, це вона сама. І тому найгіршим ворогом нашим сподіванням і нашим переконанням зараз можемо стати тільки ми, якщо ми зневіримося, якщо ми опустимо руки. І тому я закликаю усіх продовжувати вірити. Вірити в себе, вірити в Майдан, вірити в свою правду і силу, і волю. І зараз я передаю мікрофон Олесі Мудрак. Дякую, Оксаночко, слава Україні. Направду, я повернулася ось нещодавно із Європи, і Європа в нас вірить. Вони спостерігають за Україною кожну годину і дуже-дуже вірять, що ми таки поборемо. Ось те, що сказала Оксана з приводу міжнародного конкурсу, це правда. Серед 20 країн світу несподівано нагороду дали Україні, тобто мені. І тепер ми мусимо наприкінці 2014 року приймати 20 країн світу себе в Україні. Я думаю, що ви обов'язково долучитеся до цього, і ми разом зробимо таку феєрію, таку фієсту в Україні. Ну, а зараз напередодні Різдва просто почитаю вам свої вірші. Черепки, синтагму, синусоїд мого коліна, атоми білого акту, активований біль мотовилом, у руках перецілованих танго, сілюлоно мішень у сонці мого хребта, не та, не та, не та, мертві душі, тантал з хреста до мішені, заварюю чаю колодязі, голий зелений мілонга на перехресті, мертвих душ порожні п'яли, танцювали, танцювали з мертвим півнем чи гострим чортом, аорта твоєї долоні не замінить мені серця, аорта твоєї долоні не замінить мені серця. Ну і оскільки любов – це завжди революція, то я, звісно, буду читати вірші про любов, тому що яка ж революція без любові і яка любов без революції?
бачите, якраз дзвони задзвонили не випадково. Отже, троль тіла. Ти ж хотіла троє з тих траєкторій, голова тріщина, тріщина, звивен кураж, стоногий абордаж, задихаюсь аж, барди в ребрі, ребро в музиці, ретро в подушці, очі вибалушило і не заснуть, підпираю сон сірниками, ами, 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 підлогу вистелили з собою кутом 90 градусів, град усі зустрічі, пап в пах, розпуста і відчай, кардоцентричні, язичкова аорта намуляла сонну точку сердечної дулі, що у серце і скепсис, і коклюш, доле запхнися коком, у столичний вгорнися кокон, щоб з кокаїном в акваріум, в якому вже мертва риба, відбитки води бестіарій, а риб'яче серце дримба. Я виверну лоно і дишу, вмонтую в нього два кола. Ніч бісектрисою ділить кути, де сама і гола, 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 гола. Стартуєш, пішло. Оце читаюча. От ти читаєш, відповідаєш. Ну, хтось 5 глядачів. Ні. Ну все, спасибо, да-да. Там твой телефон есть? Ант. Там, Ант. Да, в списке. Закінчується на 14. Прямо? Прямо. От сюда и прямо вы ее сейчас увидите. Вот сюда сейчас заворачивайте и идите прямо там через подземный переход, через Европейскую площадь и ступенечки наверх. Вот сейчас завернете, вы ее увидите уже. Наверху там. Пожалуйста. Ось це твій номер. Пишу, що це ще ти. От это. Пишу, сядеть, що це я звоню. Не пишу, я не пишу. Зараз. А чого ж мені не пишеться, що це Ант? Бо тут не зберегли. Блічка. Ант, все. То есть, если мне будут звонить, мне отвечать на этот номер. Ну, можешь мой записать мобильный, если хочешь. Мы просто через сейс. А, ну окей. Галя знает. Галя знает. А ну подержи, я шапку втягну. Так, шановні глядачі, ми зараз виходимо, будемо транслювати Автомайдан. От, пишіть нам в чат, сайт Спільна ТВ. Хоча пустіть через Ustream Extension, тому що... А можна глянути на картинку? Через Ustream Extension, тому що на сайт Спільна ТВ, там тільки центральний чат центрального каналу. Все, ну все. Спасибо, це наш Ант був. Все, щасливо, Бог. Все, ми з вами відправляємося на Автомайдан. Куди він буде їхати, поки ми не знаємо. Сейчас попытаемся узнать. Главное, чтобы он уже не уехал, потому что мы немного задержались. Сейчас, если еще ребята стоят, то мы с вами попадем в эту поездку. Мы с вами покидаем. Мы с вами покидаем баррикады. Видите, это баррикада на улице Хрещатик. Мы с вами покидаем эту баррикаду и отправляемся на Автомайдан. Продолжение следует...
Вони впали, ми перемогли. Вроді би ще стоять. Сейчас попытаемся договориться за место в автомобиле. Как мы видим, машины уже приготовились к отъезду. Куда будет поездка, заранее не говорят. Специально, чтобы ГАИ не блокировала выезд и подъезды к этому месту. Сказали, что будет интересно. Ну, на месте уже узнаем, куда мы приехали. Алло. Где? На Автомайдане. Что еще раз? А, хорошо, пожалуйста. Девушка. Да. Меня. Я поняла, да. Я просто зашла за камерой и короче сказали, что уже кто-то взял. Ты тоже на Автомайдан? Да, да. Надо сейчас за место.
А? Я журналист, да. А место есть? Надо за место же договориться, да? Сейчас. Место есть? Да. А я сейчас хочу Сергея где-то найти, хаджи. А у меня нет, я только пришел. Там же должна была камера в другое место идти, на сцену. Спильно. Да, машин действительно, пишут, что маловато. Машин сегодня, да, действительно, машин сегодня немного. Но может там они еще присоединятся по ходу, некоторые машины. Может и такое быть. Просто сегодня это сильно не афишировалось. И со сцены Майдана это не афишировали, эту акцию. Поэтому может и такая небольшая явка. Но ничего. Может еще сейчас подъедут автомобили. Сейчас посмотрим. Я бы сидел, потому что
А, ну да. Идем, возьмем, ребята будут брать комментарии ВВшников и бойцов, почему они. Конечно. Пока 62, мы только включили. Смотри, это провокация. Для народу України можете сказати? У нас питання до вас є. Чому ви не берете взятки? Ну, взятки, які люди пропонують даєшні, так чому ви їх не берете? Ні, то ви нам тільки одним словом відповідайте. Я дивлюсь за безпеки дорожнього руху, а ви мене заважаєте. Одне слово тільки, чому не берете? Ви мені заважаєте. Зрозуміло. Дякую. Ось тут така була небольша акція. Вопрос гаишникам интересный. Одно предложение. Не, просто где логика? Ответьте на вопрос. Просто ответьте. Уделите 2 секунды. Чем мы будем стоять 5 минут вас троллить, мы вам больше времени вашего потратим, чем вы ответите нам на один вопрос. И мы ушли. Один вопрос, мы ушли. Не обязательно отвечать честно. Да. Что, пойдем? Да, туда. А кто будет спрашивать? А место где-то будет? А? У кого-то место? Все, да, конечно. Давай запустим видео, зайди, короче, тебе на YouTube. Мы видим здесь последнее приготовление. Скоро Автомайдан будет отправляться. Пишите нам. Будем общаться. На центральной сцене, как мы слышим, уже выступают политики. Будет уже цикл.
сейчас скажу. Ні, вони тоді можуть тільки до депутата казати, що цей депутат А завжди затримується. Навіть не знаю напрямку. Цей доп. Даже какие молодые активисты есть на Майдане. Здравствуйте. Да. Ну все равно поздоровайся. Вы на автомайдан сегодня тоже, да? Сегодня, да. Вчера на Майдан, сегодня на автомайдан. Всем найдется занятие. Выбирайте как кружки при советской власти. Хочешь авиамоделирование, хочешь балет. Ну, вы считаете, роль большая именно у автомайдана? Да, вот конечно, он сейчас отыграет большую? Да, конечно. Поскольку все наши эти ребятки во власти живут за городом, да, автомайдан доводит митинг и Майдан до... Прямо до места жительства этих людей. Поэтому, конечно, это важно. Я слышал, как бы сейчас вот может разыгрываться такой опять... Как бы сказать, ну, как сказать, спектакль, не спектакль, опять Майдан без политиков. Что вот на это можете сказать? Ну, будет разыгрываться, ну, и хорошо, и что? По-моему, примерное понимание того, что мы сейчас в одной лодке с ними сели, ну, есть. Никто их особо, да, ну, не знаю, чтобы их любят, скажем прямо. Ну, просто или все, ну, все не будут, а за всех говорить нельзя. Ну, мне кажется, по крайней мере, все люди в моем кругу общения, там, они понимают, что ну, вот это люди, которые выполняют политическую функцию Майдана. То есть, да, вот они контактируют с внешним миром, они контактируют, понятно. Все-таки без, извините, их сопровождения все было бы сложнее здесь, если бы депутаты не ездили с автомайданом, если бы депутаты не пробивали и не отбивали, не знаю, эти машины с дровами, которые снабжают Майдан. То есть, ну, как, финансовая поддержка. Финансовая поддержка, мобилизация областная, то есть какие-то организационные структуры. Все-таки партия любая, всеукраинская, ну, это армия. Пусть, может быть, она иногда не самая организованная, не самая, как сказать, ну, понятно, да, не самая отмобилизованная, где-то там есть проблемы, как у Чекивщины, но все равно это армия. Пусть даже это какой-то костяк или остов был у армии, когда это ребята были при власти, это все равно армия. Это все равно оргструктура, это все равно возможность мобилизации, это все равно какие-то формальные полномочия у людей в этих структурах, которые они могут реализовывать для того, чтобы тормозить властную вертикаль. Как мы без них сможем? Они без нас никуда, ну и мы без них так, не сильно далеко зайдем. То есть, знаете, без политиков можно зайти далеко в каком-то бунте, не знаю, да, в кровавой бане и так далее. А пока есть шанс перевести это в политическую плоскость и вернуть в какой-то конструктив эту повестку на уровне парламента, на уровне реформы конституционной, ну это нужно отрабатывать. Без политиков это невозможно. Многие журналисты считают, что это технология Банкова. Согласны тоже с этим? Ну, как вам сказать, технологии... Ну, именно вот Майдан без политиков. Понимаете, это технология, которая им выгодна. С одной стороны, а с другой стороны, это то, что, очевидно, показывает ну, определенное недоверие общества или определенные прослойки общества, или интеллигенции, или тех же журналистов, которые поддерживают эту повестку, ну, в политиках. Понимаете? То есть, с одной стороны, это такая, это та вещь, которая, безусловно, выгодна Банковой и, наверное, ей где-то внедряется на определенных этапах. А с другой стороны, это показывает ну, определенный кризис восприятия, в том числе оппозиции в народе. Да, то есть, это дает им импульс к реформированию. Ну, мы посмотрим, как этот импульс будет реализован или не будет. Пока других нету.
Конечно. Нет, здесь другой вопрос. Знаете, нужно победить общего врага, а потом уже выяснять отношения. Понимаете? И для того, чтобы появились новые, это все люди должны четко абсолютно уяснить, как сейчас хотят, чтобы там не было политиков, там мы тут сами, карнавал у нас хороший, все такое. Да? Что новые в этой ситуации не появятся, потому что новые могут появиться, когда есть политическая свобода. Когда вот вы стоите с камерой, да, я, вот девушка рядом, мы заходим, говорят, что эти политики нам не нужны, они себя дискредитировали, какие-то они, блин, и в Майдан плохо работали, общение, блин, коррумпированные, пошли не все нафиг, давайте создаем партию, идем в народ, избираем, понимаете, да, для этого нужны свободные выборы, свободная конкуренция, для этого, знаете, если я там, или вы, или кто-то еще захочет пойти по округу, да, как независимый кандидат когда-то в 17 году, либо там в 20 каком-то году, для этого нужно что, чтобы, ну, там, не убили нас, не пырнули ножом, вот, ну, и так далее, да, чтобы нас допустили честно к этим выборам, они сказали, ой, знаете, вы там вроде, как нам поступили данные, вы в Центральной Африканской Республике жили последние 20 лет, а вообще только вчера приземлились на парашюте. Ну, то есть полный беспредел сейчас в отношении тарифов, в том числе и в избирательном законодательстве, и в, не столько в законодательстве, сколько в практике применения этого законодательства. Поэтому для того, чтобы появились новые, нужно сейчас, как это, объединиться со старыми, а потом уже будем выяснять там, кто, знаете, с какого угла Майдана не так стоят. Ну, а вы считаете, Майдан все-таки выведет в политику новые лица? Я думаю, что новые партии, конечно, какие-то мы могут появиться. Мы сейчас это видим на примере Демальянса, на примере Луценко Игоря. То есть есть люди, которые капитализуются на этом фоне, которые показывают, что они могут делать работу часто не хуже, а часто и лучше, чем, ну, некоторые там, да, партийные структуры классические. Мы видим, что практически кампанию по пикетированию загородных резиденций, да, ну, не возглавил, а идейно вдохновительно выступил Демальянс, который объединились с Автомайданом. Сейчас постоянно эти пикеты проводят. То есть многие процессы, правда, идут вне политиков и, ну, не столько вопреки им, сколько сбоку. Это когда мы видим самоорганизацию народа. И вот эта самоорганизация общества может выступить какой-то моделью будущих новых партийных образований во главе с людьми, которые сейчас зарекомендуют себя как эффективные управленцы протестов, как идеологи протестов, как креаторы каких-то новых форм протестов. Вот. Но опять же, для того, чтобы все это было реализовано, нужна политическая свобода. Чтобы появилась политическая свобода, нужно, чтобы вот эти ребята на сцене провели реформу и гарантировали, что больше ни одного диктатора и автократа, как Янукович, он просто не будет. Институционально это будет невозможно, потому что будет другая форма организации власти. А вы не допускаете, что из вот этих новых, как вы говорите, партий могут появиться какие-то технологические партии власти? Ну, как бы власти, не власти, понимаете, власть она неоднородна. Могут появиться, я уверен, технологические партии, которые будут направлены на то, чтобы подорвать классические вот, структуры регионалов на Востоке. Потому что, в принципе, повестка какой-то большой восточной партии альтернативной, ну, то, что вот мог с собой представлять Тегибко, но позорно слился с партией регионов, фактически подарив ей электорат свой, частично коммунистов. Понимаете, вот есть большой запрос на Востоке Украины. В обновлении, в партийном обновлении, потому что партия регионов там абсолютно себя дискредитировала уже. Конечно, эти будут, ну, там, я не знаю кто, кто-то из крупных бизнесменов может попытаться создать такой проект там Восточной Украины. Будут, конечно, какие-то люди, которые в процессе становления новых структур или организаций будут коррумпироваться, это тоже неминуемо. Но в общем, это будет постепенно идти на какому-то очищению. То есть, да, это всегда есть какие-то процессы вот, такого характера, которые не сильно нам будут нравиться. Но, знаете, свобода, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, известный, лучше, чем не свобода. Вот за это-то и будет. Это да. Но, а вот именно из майданных, я спрашиваю, вы не допускаете, что могут быть какие-то технологические люди? Ну, именно какие-то там... Понимаете, ведь с другой стороны, что такое... нам нужно понимать, что такое технологическое. Да? Любая партия – это технологический проект. Потому ну вот, это, я об этом говорю, что может, партия, потому мы что, не знаете, знаем, любая, кто им... Нет, любая партия, она заинтересована в том, чтобы прийти к власти, а прийти к власти можно только реализовывая определенный комплекс политических технологий. Да? То есть любая политика, любая формальная политика, цель которой войти в структуры официально, это технология, потому что это специфический набор навыков по работе с людьми для того, чтобы получить их голос. Здесь не нужно, то есть человек может быть хорошим, может быть плохим, злым, добрым, честным, но все равно, когда он занимается политикой, он использует эти технологии, это ничего плохого нет. В альянсе бизнеса и партий тоже ничего плохого нету, потому что одно дело, когда люди... То есть здесь же, знаете,
цивилизованный лоббизм, на которого здесь в Украине пока нет, да? А есть беспределы, как здесь. Есть какие-то альянсы, заключаемые с бизнесом, либо с какими-то группами, имеющими финансовый ресурс на просто коррупционных началах. Ну, грубо говоря, там тебе все равно, там, кому продаваться. Вот ты можешь быть коммунистом, а может быть свободовцем, а может быть ультраправым, а может быть ультралевым, пофиг, лишь бы деньги были. А есть какие-то альянсы, которые строятся на общей ценности интересов. Ну, допустим, я не знаю, если кто-то заинтересован, давайте примеры, этой повестки еще нету, но мне хотелось бы, чтобы она скоро появилась. Сейчас этот Майдан поставил очень серьезно тему вообще владения оружием в Украине свободно, потому что, как мы помним, да. После нападения, да, особенно на Ильенко, депутата. То есть тирания, да. Против тирании лучший способ это народное восстание. Народ должен быть вооружен. Третья, кажется, да, поправка Конституции США, за которую там, ну, вы знаете, дискуссия в Америке происходит. Да, и в общем, основной аргумент за владение оружием в демократическом обществе — это то, что народ должен иметь последний способ самозащиты против тирании государств. Я, очевидно, считаю, я, честно говоря, сам являюсь большим сторонником сейчас продажи, вот окончательно убедился в том, что нам необходима свободная продажа огнестрельного оружия. И представьте, появляется какая-то партия, которая начинает, ну, эту повестку качать. Вот, эта повестка там, да, объяснять и разъяснять, работать на разъяснение. В то же время есть там какие-то экономические акторы, объективно. Это оружейные заводы, возможно. Это какие-то не знаю, магазины, которые торгуют, которые заинтересованы в том, чтобы была свободная продажа оружия. Они могут эту партию спонсировать. И в этом, общность интереса, потому что, с одной стороны, то, что там рынок расширится, это интересно коммерческим акторам, а с другой стороны, то, что появится продолжится продажа свободного оружия, интересно людям, которые хотят себя защитить. А партии интересно прийти на эти повестки во власть и провести эти реформы, понимаете? Конек, да, и в этом ничего плохого. То есть, одно дело — это просто продаться с потрохами, и сегодня ты вылезаешь там под красным флагом Ленина, а завтра под Бандерой, и тебе абсолютно пофиг. С другой стороны, у тебя есть какие-то взгляды, есть какие-то экономические группы, которые эти взгляды разделяют, которым этот взгляд... Ну, знаете, соотношение интересов общества, бизнеса, политиков. Если вот вы построите какие-то новые партии на балансе этого интереса, на понимании, что есть интересы у бизнеса, и они могут совпадать с твоими, что это могут быть одновременно интересы общества, что, понимаете, тогда можно выстроить новую схему спонсирования партии, которая будет там прозрачно, на прозрачных взносах, не на черном кэше, а регламентировано законодательством. И все будет, в общем, в порядке. Огромное спасибо. Это был Сергей Высоцкий. Да, сейчас мы пойдем к внутренним войскам, просто зададим несколько вопросов, и потом еще я покажу, где ты будешь ехать. Пожалуйста. Идем к внутренним войскам. Пообщаемся еще, очень много вопросов к вам. Вы интересный собеседник, спасибо вам большое. Ну, они, наверное, будут молчать. Внутренние, если гаишники молчат, внутренние войска, они особо не разговорчивые. Наше дело спросить, а они уже рассказывают. Зараз ми йдемо до представників закону, да, які охороняють наш порядок громадський. Це представники внутрішніх військ. І хочемо в них запитати, чому? Чому? Ми будемо робити добірку таких невеликих років, в яких ці самі люди будуть нам розповідати, чому вони стоять на засадах закону України, чому вони охороняють громадський порядок, чому вони не беруть взятки, чому вони захищають від свавілля влади наш український народ. А також ми ще придумаємо пару таких личних запитань до них. Ой, простите. І будемо все записувати і викладати для того, щоб народ України бачив, що нас охороняють нормальні, порядні люди. Зараз ми рухаємося. Зараз ми рухаємося до найближчого депутата, який перегородив на охороняють їх вже деякі хатинки, мерзнуть хлопці. Хочеться запитати, чому вони мерзнуть, за що вони мерзнуть. Йдемо. Ані за зарплату мерзнуть, тут все понятно. За зарплату? Так а за зарплату до цього вони не мерзнуть. А там в казармах сидять.
Может, им увеличили, какие-то бонусы дали. Кто его знает? Ну, а почему бы нет? Они выполняют приказ. И им еще начисляется зарплата. Как раз у них-то мотивация есть, а вот на Майдане, если морозы ударят, вот интересно будет. Мы-то в машинах можем погреться, мы можем смениться, а они, бедняги, сидят без вылов. Ну вот о чем и речь. Вряд ли, я думаю, что их автобусы там что-то сильно топят, много тепла. Вот так вот. Так что произошло переосток в Хмельницком? Расскажите нашим зрителям. А вы в онлайне сейчас, да? Конечно. В Переяславе был прессинг массированный. Как только мы выехали с Киева, сразу же было сообщение на Переяслав. Едет к вам колонна, встречайте. Были даны инструкции, как надо действовать. Вот. Так сказать, в обход закону. И уже на выезде с Переяслава колонна была остановлена. Мой автомобиль пытались арестовать, поставить на штрафплощадку, даже эвакуатор вызвали. Вот, показывали мне какие-то факсы с Киева, которые им прислали по поводу того, что у меня какие-то там долги и все остальное, и машина числится в аресте. Но, тем не менее, нашлись хорошие люди, в том числе из органов, которые подъехали с Переяслава-Хмельницкого. Вот, подошли люди, громадские деячи, и мы, так сказать, общими усилиями, всеми силами отбили все-таки машину, и колонна дальше поехала на Киев. Потратили, конечно, на это 2 часа, но зато получили ценный опыт, поняли, кто из них кто, поняли, что они начали уже свои преследования, несмотря на то заявление начальника Державной инспекции, да, Остапковича, по поводу того, что, как он заявлял, что я вам, ну, говорил, что активистов Майдана преследовать не будут, и какого-то на них давления силового тоже не будет. Это говорил сам Остапкович. Вот. Но сразу же на следующий день после того, как это была акция, мы видели то, что останавливают просто без причин. Одних, вторых, третьих. Каждому приходят домой, приносят какие-то непонятные бумаги, предлагают прийти к ним, так сказать, в управление, дать объяснение. Так что... Сегодня вы ожидаете подобные провокации со стороны ГАИ? Сегодня нет. Сегодня нас будет просто очень много. Когда нас очень много, проезжая мимо очередного поста, мы видим такую картину. Стоят гаишники, видят, что мы едем, и такие сразу. Ну вот люди пишут, что машин как-то маловато. Вот. Они присоединятся, наверное, к пути, да? Да, во-первых, не все подъехали, это раз. А во-вторых, некоторые люди просто пока еще там занимаются своими делами, ждут команды, чтобы присоединиться уже по пути следования колонны. Тут собирается основная часть колонны, так сказать, костяк. Все остальные присоединяются уже по дороге. Так что машин будет много. Слава Богу. Будем ждать. Так, кому пошло? Интересных подий. Вот мы видим, здесь внутреннего войска перегородили въезд на улицу Грушевского. Вверху находятся административные здания, кабинет министра, Верховная Рада, администрация президентов. И здесь полностью уже который день перекрыто движение, не пропускаются машины. Мы видим, стоят внутренние войска. Пишут: Беларусь с вами, тримайся Майдан. Огромное спасибо Беларуси, мы тоже переживаем и болеем за Беларусь, и постоянно молимся, чтобы в Беларуси тоже произошли изменения к лучшему, именно в политике страны. Чому ви вирішили охороняти порядок і захищати мирних людей? А чому не відвічати? Нормальне таке питання. Я ще хочу знати, чому ви стоїте, захищаєте права людей, охороняєте порядок? Чи ви не охороняєте порядок?
Они охороняють всю Україну, МВС. Вони з нами. Нам казали, що вони дуже привітні, але щось вони не дуже привітні до нас. Доброго дня. Доброго дня. Всі питання, що стосуються такої мотивації, так? Да? Якої мотивації? Ну, ти ще ви задавали, чому ви це стоїте? Ні, ми не так спросили. Ми запитали, чому ви охороняєте громадський порядок і захищаєте людей? Ну, взагалі. Чому? Взагалі. Взагалі. Не тільки сьогодні. Згідно присяги, згідно обов'язку. О, це що ми хотіли спросити? Нормальне, дуже просте запитання, так. Да. Згідно Конституції України, да? Ви ж приймали присягу? Конечно. Правильно? О, дуже вам дякуємо. Спасибо вам большое. Запитання ще до товариша інспектора. Готові? До вас є таке запитання. Чому такі інспектори, як ви, не беруть взятки? Ми дуже бачили багато, знімали роліки там, де інспектори беруть взятки, а от ви не берете взятки. Чому? Тому що зарплати вистачає. Зарплати вистачає вам? Звісно. І вам не потрібні взятки, ні, правильно? Ніяк. А як ви вважаєте, брати взятки – це гідно для нормальної людини чи не дуже? Порядна людина буде брати взятки? Ні. Не буде. Дякуємо вам. Спасибо огромне за ответ. Спасибо большое. Интересная информация, да, видите, у нашего ГАИ вполне приличная зарплата, чтобы не брать взятки. Можно удерживать их хорошо. Вас там хаят, а вы смотрели, не видите, что я не знаю. Через блок вы наймите, что будет. Спасибо. Ой, ну классно, конечно. Они просто сначала не как-то не быстро въезжают в суть вопроса, но замерзли они просто, знаете, медленно они думают. Они привыкли к провокациям, провокационный вопрос, а тут нормальный вопрос. А мы честные, порядные громадяне. Громадяне, да. Нам також цікаво просто, як да, у хлопці справи. Так, от, виявляється, хороша зарплата у ГАІ. Кстати, там ще осталось, да, кусочок. А? Там ще кусочок підійшло. Кусочок кого? З другої сторони. Пойдем. Я предлагаю, что когда гаишник будет просить взятку, сразу им показывать это видео, проехали люди. Да, у вас хорошая зарплата, почему вы просите? Не, ну молодец, говорит, нормальная зарплата. Да, хорошая зарплата. Слушай, ну вот интересно, он уже после этого вывода для себя же тоже какие-то сделает выводы? Ну, если я такое сказал, значит... Значит, конечно. Да. Да. Какая же тут провокация? Вопрос вполне в рамках... Не, ну то, что нет, сейчас бюджет... В рамках гражданского общества вопрос. Не, ну такой... А чего мы захищаем? Так это видно показу. Не, ну что, он там... Присяги. Присяги? Можешь присягу? Да. Правильно, эгоистичный ответ. Значит, спрашивать, почему вы решили взять профессию. Это тоже то интересно. Это не банальный вопрос. Ну, вот это наша, типа, биография. Да, мой дедушка был. Не-не-не-не, это интересно. Людям интересно знать, кто эти ребята, как они пришли к тому, что они теперь цикл передач на защите гражданского общества. Да, да, это же не рождается гаишниками. Украинского народа. Надо эфирное время какое-то забить, там, два раза в неделю. И цикл передач, там, типа, знаешь... И небольшие выпуски по 15 минут. Я предлагаю назвать «Розмови із громадянами України» Сергія Шкоблева. Чому передать? Чому передать? Это интересно. Ну, действительно, теперь задумается, когда вот брать или не брать. Ты же сказал такое. Ну, перед собой уже как-то будет даже. Вот самое главное, это то, что вот внутри ты чувствуешь перед собой, перед своей совестью, когда ты отвечаешь. Рассказал, что зарплаты хватает. Мы надеемся на открытый диалог с каждым, что мы открыты к диалогу с обществом и с любым украинцем, поэтому что может быть интереснее, чем общаться. Что? Нема. Уже не будешь через подземный переход. А что он делает? Он сидит в машине. Он сидит в машине и готовится к интервью. А, все понял. Не, ну сейчас бюджет Министерства внутренних дел больше, чем бюджет армии. Это, конечно, печально с одной стороны.
Получается, что власти... Ну, это да, тоже. Вот я же говорю, ну, с одной стороны. Сократить половину, смотрите, это же равносильно. Сократить половину штат и увеличить зарплату в два раза. Да. Логично. По-моему, логично. И никто против не будет. Сильно, сильно каких-то особых важных дел они на дороге не делают, да. Целыми днями стоят. Половина из них все равно стоит каждое утро, когда Янукович едет с дому на работу, с работы домой. Половина задействована на этом мероприятии. Зачем? Смысл? Мы за них платим деньги. Так лучше все-таки повысить им зарплату, но сократить немножко штат. Зачем их так много? У нас в стране и так порядок. Очень много. Да. Очень много. По-моему, более 300 тысяч. А мы, да. А мы, как громадская организация «Автомайдан», будемо допомагати їм чергувати на дорогах, да, і припиняти якісь порушення, чергувати як така дружина народна. Один екіпаж даїшників, один екіпаж автомайданців. Я гадаю, нормальний тандем. Одні будуть підковані юридично, другі будуть активно громадську позицію відстоювати. Да? І не буде ніяких ні провокацій, і буде завжди відео нормальне. Вони ж навіть не можуть записати на якесь нормальне відео порушники, бо вони не вміють користуватися технікою. Я бачив, як вони там щось питаються на мобільний телефон зняти і відео. Ні звуку не чути, нічого. Не можуть навіть його викласти до Ютуба, в інтернет розповсюдити, в інтернет-спільноті. Тому ми будемо допомагати, чому ні? Хто, якщо не ми? Ну, идем к тому ГАИ? А, или... Она уже не нет. Нет. Идем? Да не, мы сейчас этих гаишников еще по дороге найдем. Туда идем. Так, может, так пройдем. Да, так пройдем. Вам это приглашение на специалист. Есть, есть. Ну так это шарка и есть. Это шарка и есть. Дружба народов нет. Вот это она и есть. Нет. А, ну там есть под ней памятник. Под ней же стоит память. Но арка это входит в этот комплекс. Казаки, короче, такие. Ну да. Ну арка это ж как сим. В России донские казаки? В России есть казаки. Ну такие они, конечно. Как-то сходят. Не, ну арка, чё ж арка? Это символ соединения России и Украины. Например, скины. Смотрите там наш канал на YouTube, там смотрите там на Автомайдан, читайте Facebook и заходите на как страничку видео протест. Да, и покупайте технику в интернет-зинтовой. Поддерживайте нас. Поддерживайте. А что я хотел сказать, так это то, что... Ты говоришь, что это про арку? Что? А, по поводу российских казаков. Козаки, в моєму розумінні, це ті, які були на Запорізькій Січі. Оце були справжні казаки. А всі інші, там десь в Росії, там всі інші, то були якісь осередки. Ні, ну після того, як цариця розогнала Січ, а ніже частина казаків пішла на Дон і основала там Донське казачество в Кубань, а частина пішла в землі Одеської області, туди, де Вілкова зараз і там осіла. Тобто, це ж якби... Не, казаки из Сибири, я был в Сибири, на Урале. Привет! Привет, шляпа оранжевая. Давай зачитаем список для глядачей, дивися. Ми таким маленьким комітетом вибрали такі фільми, які потрібно зараз на момент цих подій, що зараз відбуваються на Майдані, да, на момент так званої революції, передивитись такі фільми, бо вони дуже мотивують. Фільм називається «Ганди». «Ганді», да, на русском «Ганді». Потом, да, какой-то не наш фильм называется «Ноу», в переводе «нет». Чили, да? Про Чили. Про кого? Про Уго Чавеса? Про Пиночета. Про Пиночета, да. Вот. И еще один фильм называется «Перетворение Боготы». «Богота Чейндж». Вот это три фильма, которые мне очень порекомендовали пересмотреть. «Богота» — это столица Латиноамерики. Еще очень интересный фильм «Медиастан». Медиастан, надо будет дописать на список. Да. Ну а Ганди это, наверное, про Индию, я так думаю. Конечно, про Ганди. У нас есть даже идея такая, как бы где-то арендовать какой-то зал, кинозал небольшой, там может быть мест там, на 40-50, вот, и своей компании, вот, автомайдановцев, да, собираться в свободное время, когда, ну, в то время, когда нет дежурств никаких, там, в дневное время, когда более-менее все тихо, и пересматривать в уютной компании единомышленников, в уютной компании друзей, пересматривать хорошие
хорошие патриотические фильмы, да, среди которых такие фильмы, как «Пропала грамота» про казаков, очень хороший фильм, вот. Фильм называется еще «Храброе сердце», очень тоже мотивирует фильм, вот именно такие вот трогает, вот в душе нотки задевает. Много, много, конечно. Да, как революция, и что такие громадская сведомость, и как вообще, как надо бороться за свою свободу и независимость. Вот, советую всем посмотреть «Храброе сердце», очень, очень хороший фильм. Именно вот сейчас он очень актуальный, когда вот эти все события развиваются. Ну, это интересное предложение, конечно, да. Почему бы и нет. «Храброе сердце», не забывайте. Ну, очень мама, интересные, да, фильмы крутят по Молодвижна, вот это как это, площадка. Университет. Университет. Говорите, через 5 хвилин ми стартуємо. Зараз підходить посадку і ми їздимо. Якщо політуйте, будь ласка, в чем? Я думав Сергею подойти к Аджинову. Я с ним ездил, я в школе ездил с ним. Нет, так есть, я ж не знаю, вдруг у него занят. Я просто думал его найти, я его где-то видел. Не, может, если есть другое место, то мне все равно где ехать. Блин. Мне все равно с кем ехать, если... Вы будете мои пассажиры. Пожалуйста, давайте. Я с удовольствием. На чем? Черная сразу приема выглядывает такой сначала в трессе, а затем. А, хорошо. Все. Хорошо. Знали, в каком направлении едет? Нет. Не говорят. А я уже снимал, я? Сейчас снимем. Все, через 5 минут мы будем отправляться уже. Вот наша машинка, на которой мы будем с вами путешествовать сегодня. Сейчас покажем вам голову колонны. Уже сформировалась колонна. Скоро будем ехать.
А это гоночный действительно автомобиль? Просто, или просто тюнинг, а так как, или там и мотор форсированный? Нет. Просто тюнинг сверху, да? Да. Как у гонщиков имена написаны на заднем стекле. У меня брат просто гонщик. Ну, просто же видишь, брали сейчас. Да? Ну, там у меня брат профессионал, но уже бывший, правда. Романского тоже интернет-телевидение. Ну да. Наверное. У меня брат чемпион Украины многократный. Как фамилия? Разумовский. О, одна брат. Вона насправді у мене просто пара мотоциклів. Він насправді досить давно вже. Він у мене з 6-го року. Я вас держу. Хороший аппарат. Курс 70. Хорошо було, якщо б в Україні робили такі. Наверняка не могли б стоїти дешевле, якщо було б дуже багато. Ведь, наверное, вже можна. Це лозовий, але для того треба нормальна країна, де заходять нормальні інвестиції. У нас дуже насправді талановитий народ. Коли кажуть, що він найкращий у світі, то це може і не правда, але достатньо нормальний. Кожен народ для себе найкращий. Ні, ну дивіться, от таких от високих інженерів, які потім працюють там на Інтелі і виробляють нові процесори, у нас таких і немає, у нас таких ніхто і не готує. У нас такої і бази немає. Але середній рівень у світі, так би мовити. І просто нормальні фахові люди у нас абсолютно є. Ви сьогодні з нами на дорогу. 3-0-1 в Синці на дорогу сьогодні. Як ви? Сильно бачення, може, не дуже добре. У мене Разумовський. У нас у машині. Ну, я у мене теж так. І наберіть, у мене зараз ваша станеться. Хардендуро. О, хардендуро. Він такий достатньо швидкий. Ну, свої двійські... Він бензин. Коли дуже пощастить з бензином, то може і 220. А коли не пощастить, то там 190 і далі вже так... Так, ви зараз хотите розвернутися, так? Там ми просто поїхали. Цікаво. Можна прикольно, але просто з роботою не справиться. Ну, до речі, є ще родина, яку також треба кудись відпочити, вивезти. Просто їжу сказати,
220 цикл. Тільки на дуже гарному бензині, якщо пощастить, то 220, а так десь 200. Ну, це ж 220, навіть 200, то не всі автомобілі потягнуть. А мотоцикл, звісно, ну, BMW, є BMW, звісно. Зараз людям покажемо. У нас BMW участвують в автомайдані, такі красиві, мощні мотоцикли. Опозитно дуже. Намагаюся чилом злити преміум. А якщо на цьому позитний двигун не низький, критичний до бензину. Мощний, звісно, мотоцикл, серйозний. Сейчас едет адвокат, Геворийский с ним созвонился, но просто если есть там кто-то, кто здесь не занят сегодня. Сейчас скажем, скажи в рацию. Давайте так, ждем сейчас у меня зайдет, да? Автомайдана сказали, что машин сегодня будет много, просто много машин присоединится уже вследствие нашего движения. И уже сейчас на площади собралось немало машин, и часть машин еще добавится в пути. Давайте спочатку ваші документи просунемо. Перепишемо зараз все, задекларуємо. Значить, номер посвідчення КІ-0890. Причина зупинки, будь ласка. У вас номерний знак не значиться в базі. Наш номерний знак не значиться в базі. Шкара Олександр Михайлович. Так, ну да, є таке начебто, нормально, да. Значить, їхле було на встановлене пропускному маячку оранжеву хвилю. Час, подожди, товариш, просто. Давайте, ми поки починаємо знайомитися, давайте. І ще раз, будь ласка, причина зупинки, що наш номер не значиться в номерній базі. Номер на буде знак форс, да. Значиться в базі даних, що реєстрація не виявили. Ага. Ну, це не мав базі. То чиї це проблеми? Я не знаю. Вам потрібно перевірити, правильно? Чи значиться в базі, чи не значиться. Це така зупинка, це така вимога у вас, да, на зупинку? Не вірю. Добре, друге? Друге. Перевірка на встановлення пропускового маячка оранжевого кольору. Перевірка? Дозвіл.
постановлення. Є вам доступ? А вам не треба перевірку на встановлення айпада в моїй машині? У мене дозвіл є, а у вас є зараз якісь? Здрасте. Доброго ранку, це наші. О, вот ми бачимо кортеж. Как мы видим, промчался кортеж. Или, ну это, наверное, скорее не Янукович, а может быть, кортеж главы кабинета министров. А может и еще кто-то. Ну какой-то кортеж. Так, Серёжка, у меня правил нет, а? По правилам я сказал 7 минут. А вообще, вот в таком режиме надо резонтировать. Тролль. Товарищ инспектор, мне можно ехать? Давайте, что-то он так долго несет. Они у вас должны быть с собой, и вы должны их знать. Так ты как бурундук разговариваешь. На второго надо было сложить, что она пройдет на чашу. Что, я за правила им пошел? Сиди там, читай ты, понял? А тут тоже Товарищ инспектор, еще 7 минут, и я уезжаю независимо от того, что вы мне скажете. Он читать раньше надо было. Но сейчас мое личное время. И время вот этих говорит, друзей. Он читает. Правила читать. Не, вот это по правилам. Я его понял. Сейчас начнется. Ох, какой он прекрасный. На нем аж резко. Ой, а что эта фура так быстро поехала? Уже звонит, говорит, давай быстрее, а? Да, Серега бегал. Идет. Прошло 10 минут. Посчитал. Ага. Прочитал. 10 минут считал, правильно. Да.